Александр Лукашенко сегодня подписал декрет номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Я считаю, что он своевременно, даже, может, чуть и запоздал. Если человек уклоняется, он уплатил не в полном объеме, либо вообще не уплатил, тогда может быть наложен административный штраф от 2 до 4 базовых величин, либо привлечен человек к административному аресту. Я люблю свою работу, и я это не лукавлю, я искренне это говорю. И даже вот в бригаде, ну я бригадир в данный момент, уже к старости лет, я своим новеньким, но прибывшим людям говорю, может вам кто-то что-то будет говорить, там, бывает что-то, жилец скажет не то или там что, вы никого не слушаете. Вы любите свою работу, потому что без нас... Город ничто, и люди все чувствуют. Вот нету, если рабочего по комплексной уборке на работе, сразу видно. Всем ветрам назло и прочим метеонеурядицам рабочее утро Зои Васильевны и ее подружки Юзефы Казимировны начинается в 4:30 утра. Работы хватает круглый год. Осенью убирают листву, зимой снег, а летом газоны. Так, со скоростью электровеника женщины работают уже четверть века. Работа много зависит от жильцов наших. Есть такие хорошие жильцы, какие-то понимающие, а есть такие какие-то сердитые бывают. Ну вот у меня на моем участке мои жильцы очень хорошие. Они всегда с улыбочкой выходят, здороваются. Казимировна, как дела, как погода, как это? И я им за это очень благодарна. И они как искорку подбрасывают нам. Со временем я полюбила это дело, и мне казалось, мне если бы даже и 10 лет назад, и что мне сказали другую работу, я не представляю себя в другом месте, не представляю уже. Когда к тебе относятся с пониманием и уважением, и если меня по имени и отчеству кличут, мне это, знаете, крылья там вырастают. Тем временем рабочий день на ферме тоже в самом разгаре. 163 гектара земельных угодий нужно регулярно обрабатывать, да и небольшое поголовье чистопородных канадских свинок нуждается в уходе. Узкоспециализированных, конечно, у фермера нету специальностей. Например, ветврачу приходится не только лечить животных, но и иногда поддерживать санитарный порядок. Механизатору или водителю не только крутить баранку, что называется, а приходится порой покрутить гайки, вот, или помыть технику. Работать на лучшей ферме Гродненской области мечтают многие. Вот только искатели халявы здесь долго не задерживаются. Таким сразу дают отворот-поворот. Боремся с недобросовестными работниками. Разгильдяйство у нас тоже не проходит. И те, кто ленятся, они сразу будут увольняться, это сразу заметно, потому что я, как руководитель, ежедневно присутствую и выполняю работу рядом с ними, бок о бок, что называется, и тут это не пройдет, халява. Кто работает, тот и ест, повторяет своим ученикам Елена Михайловна. Народную истину женщина впитала с молоком матери, тоже учителя, а та, в свою очередь, от своей мамы-педагога. Жизнь без работы представитель семейной династии с трудовым стажем 265 лет и представить не может. Когда ты с детства погружен, скажем, в эту атмосферу школы, то это все впитывается с детства. И тетради, и подготовка к урокам. И, в общем-то, мы с сестрой гордились тем, что в начальной школе мы проверяли настоящие тетради мамины. То есть нам доверяли проверять тетради учеников. Вот. И, в принципе, вот эта игра в школу, многие дети раньше играли в школу, она потом, наверное, и переросла в это увлечение. То есть я другой профессии не представляла.
Пока Елена Михайловна сеет разумное, доброе, вечное, а Алексей Бернардович готовится к посевной кукурузы, а дворники в рабочем цейтноте здесь, в службе занятости, то и дело поскрипывают петли на входной двери. За 4 месяца текущего года в службе занятости было зарегистрировано 3082 человека в качестве безработных. Это практически на 1000 больше, чем за 4 месяца прошлого года. А что касается вакансий, то наполовину их меньше у нас. На сегодня где-то 840 вакансий. В среднем даже на самые захудалые вакансии конкурс 3 человека на место. Безработные ищут теплое место бухгалтера, экономиста и юриста. А востребованы чаще других продавцы, врачи и медсестры. Правда, висят последние вакансии в базе данных месяцами. За зарплату в районе 2 миллионов специалистов загонит лишь отчаяние. Половина из них – это по рабочим профессиям, а остальная – по служащих и инженерно-технический персонал. 50% где-то из них – это бюджетная сфера. И поэтому, конечно, соответственно, и уровень заработной платы не очень высок. В топ-листе самых высокооплачиваемых вакансий на этот момент – электросварщик. За 7 миллионов соискателю придется работать по всей Беларуси и России вахтовым методом. А вот хороший вариант для тех тунеядцев, которые мечтают попасть в руководящую обойму. Грузовому автомобильному парку требуется ведущий инженер по организации международных перевозок с зарплатой в 6 миллионов рублей. Или вот вакансия главного энергетика. Подходящему кандидату предоставят благоустроенный дом и служебный автомобиль. Правда, нужно сменить городскую прописку и переехать в Зельвинский район. Базы данных обновляются ежедневно. Вакансии разлетаются, как горячие пирожки. Успеть схватить подходящий вариант сродни колесу фортуны. Вот Валерий, например, в службе занятости теперь частый гость. Но почти каждый визит для молодого человека оказывается безрезультативным. Давно ищете работу? Ну, вообще официально где-то, сколько я уже, зимы как-то вообще нигде. Так-то хоть по договору подряд иногда подработки бывают. А так вообще сейчас зима, не было ничего. И вообще тяжело найти. Ряды безработных пополняются каждый день. По прогнозам экспертов, уровень безработицы может достичь исторического максимума в 9%. И у каждого из прибывших на биржу труда своя история. Работал на предприятии по продаже аудио-видеотехники. Предприятие закрылось. Зарплату хотелось бы около 5 миллионов, конечно. Но по факту реально получается, что на сегодняшний день зарплата 3. Это, наверное, такая нормальная для тех вакансий, которые здесь находятся сейчас. Молодая мама тоже осталась без работы. Быть домохозяйкой в нынешних условиях для семьи – непозволительная роскошь. Я выхожу с декретного отпуска и ищу работу у бухгалтера по своей специальности, по образованию. Есть вариант после 2 декретных, 2700 – это более-менее. Если с помощью службы занятости или самостоятельно найти работу не удастся, тем, кто не участвует в финансировании государственных расходов, придется заплатить сбор 20 базовых величин. Лица, которые будут уклоняться от уплаты сбора, декретом предусматривается административная ответственность от 2 до 4 базовых величин. Кроме того, предусмотрено административный арест, то есть лица будут заниматься общественно полезными работами, но, естественно, безусловно, это решение будет приниматься судом. По данным статистики, сегодня в Беларуси официально нигде не работают около 500 000 человек. Причем это трудоспособные граждане от 18 до 60 лет. Официально, сидя на бабах, они умудряются покупать жилье, дорогие машины и путевки на элитные курорты. Это уже выявленные тунеядцы. В области, в поле зрения уже вот сегодня налоговых органов области, порядка где-то 14,5-15 тысяч физических лиц, они как бы попали, которые действительно не имеют официальных источников дохода. И мы уже работаем сегодня над ними. На сегодняшний день уже истребовано порядка 900 деклараций о доходах и имуществе. Вот. Если брать конкретно именно тех, кто вообще никаких источников не имеет, это порядка 400. Вот. И уже сегодня допричислено в бюджет где-то 2,1 миллиарда рублей подоходного налога вот с таких категорий.
Остальных тунеядцев будут искать, сверяя базы данных. Если вы 183 календарных дня и более в году трудитесь, занимаетесь предпринимательской, ремесленной, адвокатской или нотариальной деятельностью, оказываете услуги в сфере агроэкотуризма, получаете образование на дневной форме обучения, уплачивать сбор не придется. Инспекторы предупреждают, схемы ухода от налога предпринимать уже поздно. Например, новоиспеченные ремесленники от уплаты сбора за 2015 не освобождаются. Те, кто сегодня регистрируется, они могут только быть освобождены от уплаты сбора, если будут заниматься этой ремесленной деятельностью уже в 2016 году, а за 2015 год они все равно будут являться плательщиками. Нужно было зарегистрироваться до 2015 года и уплата сбора произвести в декабре там, до 2015 года, то есть в 2014 году. Мотивы декрета номер 3 справедливы, и с этим соглашаются даже граждане, которые не участвуют в финансировании государственных расходов, а ими пользуются. Например, в сутки в реанимации стоит более 4 миллионов рублей, и это не считая дорогостоящего оборудования и постоянного повышения квалификации врачей. В приемное отделение стационара более 80% пациентов обращаются по экстренным показаниям. Средняя нагрузка приемного отделения составляет около 75-80 человек в сутки. Медицина – лишь один из примеров. Еще существует бесплатное образование, субсидии на оплату услуг ЖКХ и городского транспорта. Также нельзя забывать о пенсиях, пособиях на детей. Все эти преференции люди получают за счет тех, кто работает легально. В Гродненской области таких только 485 тысяч. Максим в их число не входит. Заработок мой скрытый. То есть официально я нигде не работаю, и поэтому якобы сейчас считаю себя тунеядцем. Не согласен вообще, так как вроде бы никому ничего не должен, какой-то еще налог, деньги отдавать государству за то, что не работаю, считаю, так нельзя. В свете последних событий Максим начал задумываться о все-таки официальном трудоустройстве. Впрочем, парень еще в раздумьях. Время до даты X в 183 дня еще есть. Умудренные опытом напоминают. Те, кто думают, что работа не волк, по иронии судьбы спустя время вспоминают, что голод не тетка. Thank you.